И если вы ищете надежный и недорогой твердотопливный котел для вашего дома или дачи, обязательно досмотрите это видео до конца. Мы расскажем о котлах Сибирь Гефест, их особенностях, преимуществах, а также о том, на что обратить внимание при выборе котла. Кстати, обязательно обратите внимание на наше видео, где мы рассказываем о твердотопливных котлах длительного горения Сибирь Магнум. Ссылка на видео появилась у вас в правом верхнем углу. Твердотопливный котел Сибирь Гефест предназначен для установки в системы водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Для автоматического управления подачей воздуха в камеру сгорания на дверце зольника установлена воздушная заслонка через цепочку, управляемая энергонезависимым терморегулятором. Рабочее давление, необходимое для правильной работы котла в системе отопления, составляет не более 2 бар. Также на котел Гефест предусмотрена возможность установки блока ТЭН. Установка блока ТЭН значительно повысит безопасность эксплуатации котла, поскольку для нормального обогрева помещений требуется закладывать в котел топливо. Наличие блока ТЭН позволит нагревать систему отопления, даже когда топливо в котле прогорит. Только нагрев теплоносителя в определенный момент возьмут на себя электрические ТЭНы. Для универсальности подключения котла с левой и правой стороны установлены патрубки подачи и обратки. После подключения котла к системе отопления с обратной стороны в патрубок подачи устанавливается заглушка, а в патрубок обратки устанавливается блок ТЭН. Котел Сибирь Гефест предназначен для работы как на всех видах угля, так и на дровах. Уголь удобнее всего загружать сверху через загрузочный герметичный люк, а дрова можно загружать с лицевой стороны котла. В комплекте с котлом также поставляется специальная воронка, которая облегчает процесс загрузки угля. Она позволяет не просыпать уголь в момент загрузки его в топочную камеру. Если котел устанавливается в закрытую систему отопления, то обязательно нужно использовать группу безопасности котла. Предохранительный клапан на давление не более 2,5 бар, автоматический воздухоотводчик и термоманометр для контроля температуры и рабочего давления в системе. Обязательно учтите, что температура в котле не должна превышать 85 градусов, поэтому следует избегать перегрева котла и контролировать рабочую температуру. Рабочее давление в котле не должно превышать 2 атмосферы, именно поэтому потребуется предохранительный клапан на 2,5 атмосферы, а не на 3, как в закрытой системе с газовыми котлами. Имейте это в виду. Основные преимущества котла Сибирь Гефест. Компактность. Габариты котла позволяют установить его в практически любые помещения. Экономичность. Позволяет максимально использовать тепловую энергию при сгорании топлива. Информативность. Температуру воды в котле показывает биметаллический термометр, встроенный в корпус. Возможность подключения блока ТЭНов с терморегулятором позволяет оставлять котел на долгое время. При этом он автоматически включится и будет поддерживать положительную температуру в системе отопления при внезапном наступлении холодов. Долговечность. Бесперебойная работа котла гарантирована в течение 10 лет. Технологичность. За счет внедрения водяного колосника достигнута максимальная теплоотдача теплоносителю и увеличена скорость передачи тепла в систему. Возможность установки автоматического регулятора тяги, который позволяет в автоматическом режиме поддерживать комфортную температуру теплоносителя. Данный котел подходит для закрытой системы отопления. В него добавлена дополнительная дверца в топочной камере, позволяющая сократить до минимума потери тепла. Удобство в эксплуатации. Конструкция данного котла выполнена с максимально удобным расположением элементов, значительно улучшающая его эргономичность. А теперь давайте подберем котел Сибирь Гефест для вашего дома или дачи. Перейдите по ссылке, которую вы видите на экране. Также эту ссылку мы разместили в описании к этому видео. Здесь вы видите
все котлы «Сибирьгэфест», которые выпускаются в настоящий момент. И мы разместили здесь всю информацию, которая потребуется для подбора котла. Отапливаемая площадь, рекомендуемое топливо и диаметр дымохода, который потребуется для этого котла. Если вы хотите узнать все подробности, кликните по котлу, который вам приглянулся. Здесь вы найдете подробное описание котла и его характеристики. Но если нужно, здесь же вы сможете скачать инструкцию по эксплуатации и монтажу и вникнуть во все детали. Для того, чтобы заказать твердотопливный котел «Сибирьгэфест», просто нажмите «Купить» и оформите заказ. Сразу платить ничего не нужно. После получения вашего заказа мы свяжемся с вами и уточним все подробности. Для того, чтобы купить котел «Сибирьгэфест» прямо сейчас, нажмите на ссылку, которую вы видите у себя на экране. Также эту ссылку вы найдете в описании к этому видео. Обязательно подпишитесь на наш канал. Если видео вам понравилось или показалось полезным, обязательно поставьте нам лайк. Вопросы и критику пишите в комментариях.